Для приготовления супа с домашней лапшой нам понадобится 2,5 литра воды, 800 грамм филе куриных бедер, 800 грамм картофеля, 1 луковица, 1 морковь, 2 яйца, 1 столовая ложка соли, 3 лавровых листа и домашняя лапша. Из филе куриных бедер удаляем все хрящи. И нарезаем на небольшие кусочки. Картофель нарезаем небольшими кубиками. Морковь натираем на крупной терке. Лук нарезаем небольшими кубиками. В кастрюлю наливаем подсолнечное масло, даем ему хорошо прогреться. Затем добавляем к нему репчатый лук и обжариваем до золотистого цвета. К луку добавляем морковь и обжариваем. Затем добавляем картофель. Мясо. Заливаем водой. Добавляем соль. Добавляем 3 лавровых листа. Даем закипеть и варим до готовности продуктов. Затем засыпаем домашнюю лапшу. И все перемешиваем. Варим 5 минут. До готовности лапши. Затем взбиваем 2 яйца и, помешивая венчиком, заливаем их в бульон. Даем закипеть. Все, суп готов. Приятного аппетита!